Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия и Индия полностью откажутся от использования долларов и евро в расчетах. Директор 2-го департамента МИД России Камир Кабулов сообщил, что руководство России и Индии приняло стратегическое решение об отказе от использования во взаимных расчетах долларов и евро. По оценкам российских экспертов, указанная мера является вынужденной и обусловлена она санкциями западных стран в отношении российских банков. После заморозки в США и ЕС валютных резервов Банка России Владимир Путин сообщил, что в получении долларов и евро российские экспортеры больше не заинтересованы. С апреля «Газпром» отказался поставлять газ европейским потребителям в обмен на доллары и евро. Заявлялось, что вскоре расчеты и за другие экспортные товары российские компании начнут принимать в национальных валютах. И этот процесс медленно, но верно набирает обороты. До этого правительство России договорилось с руководством Китая об использовании во взаимной торговле рублей и юаней. Теперь аналогичное соглашение заключено с руководством Индии. В условиях западных санкций Китай, Индия, а также Турция становятся нашими главными торговыми партнерами. Применительно к Индии до недавнего времени основная сложность, связанная с отказом от использования долларов в расчетах по поставкам за российские товары и в частности нефть, была обусловлена непропорциональной долей российского экспорта в сравнении с индийским. Российский экспорт превышает по стоимости индийский в 5 раз. Это означает, что индийским компаниям необходимо в 5 раз больше рублей для расчетов за приобретаемые товары, чем они получают от поставок своих товаров на российский рынок. По сообщениям СМИ, для облегчения двусторонней торговли несколько крупных российских банков откроют в Индии корреспондентские счета в индийских рупиях для возможности приема оплаты за российские товары в индийской валюте. По итогам 9 месяцев 2022 года объем взаимной торговли между Россией и Индией превысил 20 миллиардов долларов. По итогам всего года он может достичь отметки в 30 миллиардов долларов. При этом за весь прошлый год страны наторговали суммарно на 13,5 миллиардов долларов. Россия переместилась с 25 на 7 строчку среди крупнейших торговых партнеров Индии. В будущем объемы взаимной торговли между странами будут только расти. Россия и Индия реализуют несколько крупных проектов в энергетической сфере нефтепереработки, нефти и газохимии.